Вау, вау, вау. Конец октября, а погода сказочная, как весной. Чистый горизонт. Красота. И море такое спокойное. Класс. Приветствую, друзья. Погода сегодня сказочная. Я нахожусь на поселке Моряков и держу путь, наверное, в центр города. Буду что-то для вас снимать. Обычно я формирую свой маршрут, когда еду в автобусе. Все зависит от настроения. Это улица Маркелова. Поселок Моряков. Слева от меня церковь и табличка. Возле храма мусор не бросать. Невнимающим посылаются скорби. Улица Красной Азовской флотилии. Надеюсь, автобус я буду ждать недолго. Сейчас около 2 часов дня. По графику в 2:05, по-моему, должен быть автобус. Но бывает и такое, что ждешь транспорт от 30 минут и до часу. Отсюда на горизонте видно микрорайон Азовье. Вижу 9-этажки. Автобус я ждал 10 минут. Как я и сказал, в 2:05 транспорт подъехал.
Итак, друзья, по просьбе подписчиков, сегодня мы с вами посмотрим два дома по адресу проспект Строителей, 158 и 162. Дом по проспекту Строителей, 154. По-моему, это дом номер 158. Сейчас обойдем вокруг. Да, это дом по проспекту Строителей, 158. Видно, что все еще в процессе восстановления. Во дворе вижу строителей. И следующий дом будет номер 162. Дом 162. В этих домах продолжаются восстановительные работы. Прогуляемся с вами в сторону 63 и 64 школы. Детский сад номер 136. Здесь мы видим, как разбирают часть дома, снимают плиты. Детский сад красиво сделали. Проспект Строителей, 160А. Называется «Елочка». Школа номер 63. Местные жители говорят, что
пока это временное общежитие для строителей. Улица Урицкого, дом номер 90. В подъездах ведутся восстановительные работы. Территория 64-й школы, стадион, но он, скорее всего, будет относиться и к 63-й. Это 63-я школа с другой стороны. А справа школа номер 64. Хороший стадион. После восстановления здесь же имеется спортивная площадка и детская. Вот эта вот заброшка здесь уже находится несколько десятков лет. Я помню, здесь еще в детстве лазил по ней. Она уже была заброшкой. За этой кирпичной стеной. Находится она напротив 63-й школы. Что-то с этим должны сделать тоже, наверняка. Дом по бульвару Шевченко, 303. Я вышел на улицу 9-й авиадивизии. Справа от меня дом номер 2. Противоположный угол этого дома сейчас в процессе восстановления. У дома работает кран. Дом по бульвару Шевченко, 301.
через дорогу рынок Космос. Итак, друзья, сегодня мы с вами посмотрели на объекты по адресу проспект Строителей 158 и 162, а также прогулялись через дворы в сторону улицы 9-я авиадивизия и вышли на бульвар Шевченко. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока!